приезжает директор Кэсовского института Ксения Дынова через Останкина. Профессора психологии Эльвира, может быть, знаете, Горюхина. Это новосибирская писательница, она там и у чеченцев не раз была. И они живут, и как через месяц ребенок, наркоман, совершенно меняется. Как? И они, наконец, вводят главный движитель лагеря, с большой буквы, любовь. Но любовь — это не потворствование. У нас во время игры мальчик не имеет права к девочке даже пальцем прикоснуться. Такое сокровище. Целомудрие, стыдливость. Но мальчик везде впереди. Если большой наплыв, то в первую очередь обедают мальчики. Это кормилец, это защитник, и девочки это понимают. На этом строилась страна. Это не просто так. У нас они на лошадях, даже девочки все должны уметь делать. Я их учу, что сам умею. Листики разбросал, и по листикам они должны определить, какое дерево, найти его в лесу и определить, на что это дерево угодно. Лечебные травы. Все, что окружает нас, это касается их. Ребенок имеет полное право иметь то, что он желает, если это не противоречит тому, что в уставе написано и нет в этом вреда. Это все в книгах отображено. Это не просто так забава какая-то. Вот отдельный то, это как православным беседовать с разными сектантами. Это сектант православный. Почему мы совершаем крестное знамение? Есть адвентисты, баптисты, пятидесятники, вот ходят по домам свидетели Иеговы. Как с ними беседовать? Я повторяю, это очень хорошие люди. Но они вне церкви. Они сироты. И к ним нужно подойти с любовью. Это вот отдельная книга, это второй том. Вот, допустим, у вас есть старообрядцы здесь, старообрядцы. Вот здесь заложено 380 лет старообрядчества. Самое лучшее. Как хорошее взять от них? Вот показывают, боярыню Морозова везут. Да, князь Владимир крестился так. Реформа Никона порушила это. Но Серафим Саровский с тремя перстами, Сергий Радонежский с двумя. О чем нам спорить, когда они оба на небе? И это все показано в фотографиях. Их материалы с архивов помещены здесь. Каждая книга 750 страниц. Иногда спрашивают, ну, такие книги издать сегодня, какая же это цена? Я скажу, вот трехтомник мы издали повторно, но мы раскрасили листа Водоряна с иллюстрациями. 2000 экземпляров. Стоимость завалила за миллион. Вообще невозможно подойти. Я 8 лет издавал, а в каждой книге, вот покажу, смотрите, в конце говорится, как она издавалась. Вот. Набор делал сам, компьютерную верстку делал сам. Ну, издательство вообще не свое издательство? Да нет, это издательство одной из лучших в России, как я считаю. Ну, а техника? Вот, написано. Горно-Алтайская. А, это в Барнауле издано. А в этой технике Горно-Алтайская. Горно-Алтайская. Вот. Отдельно, вот, допустим, зеленый свет, это тоже 752 страницы. Это Коран, мусульманство. Весь Коран по сурам и аятам в сравнении с Библией. 1300 лет, что о них было сказано, заложено здесь. Как прийти к мирной жизни? Как нам научиться брать доброе друг о друге? Друг о друга, пожалуйста. Отдельно, тема сегодня волнует очень многих. Еврейский вопрос. Генеральный прокурор страны Скуратов спросил этого Березовского, а почему ты более не едешь в Израиль? Он говорит, не великое удовольствие утром проснуться и знать, что 5,5 миллиона человек думают, как друг друга обмануть. Это евреи об евреях говорит. Здесь 3600 лет все, что сказано в евреях, разбирается там, как нам прийти к мирной жизни, быть полезными друг для друга. Это батюшка мой, это я стою, ребятишки катаются, стоят, голосуют. Это воскресный день, как проходит. Приехал к нам писатель Быков, у вас, наверное, есть его книги, Дмитрий Быков. Ну, он вначале говорит, я подумал, как они живут тут, люди это отдали. Это виноград первый вырос, ну, с намеком на то, что виноград сами дети. Это из лагеря дети? Да, это Потеряевские наши. Поселок Потеряевка называется. Первое поселение с Потеряев. Это крестный ход вокруг храма идет. Они тоже и в лагере дети. Вот. Это вот дети учатся, как определять. Дети выполняются, как дети люди. Как? Приезжают каждый год и новые дети. Вот. Останут, остаются, вырастают. Которые местные жители живут, это свои дети. А лагерь-то набираем отовсюду. Раньше были со всего Союза, а сейчас дальше Москвы никого нет, все отрубили. Вот дети определяют растения. Видите, я преподаю им урок.
Вот это у нас собранная пшеница, государство дается. И там проходит крестный ход, освящает пшеницу. То есть все абсолютно делается с верой в Бога. Вот. Это у нас в храме, тоже священник стоит. Это собирает картошку. Любовь. А это воскресное соревнование все на велосипедах. Деревня. Смотрите. Ну вот это основное, что можно было сказать. Предусловно говорится, что материал для нее собирался 40 лет. Помогали профессора, духовные академии, в Академгородке провел занятия. Главный помощник и материал собирался 40 лет. Так истинному православию называется. О крещении, покаянии, церковной дисциплине. Ну я автор, Лапкин Игнатий Ильич. Это я в дар вам привез. Вот все. Спасибо огромное. Храни вас Господь. Так, где у нас эти? Отношение к библиотеке. Кто приходит, чтобы можно было давать такой пригласительный. Я вам дам сейчас. Православный крестик. Держите. Наш сайт, телефон и приглашение в библиотеку. Это мы специально издали, чтобы в библиотеке могли привлекать людей к библиотеке. Мы положим где-то. А так будет быстро можно зайдет. Все.